Остались позади застолья под бой курантов, новогодние каникулы, рождественские гуляния, наконец, старый Новый год. Но и это еще не все. Финиширует затяжной праздничный марафон только завтра на центральной площади города, где состоится торжественное закрытие главной городской елки. Завтра в 16:00 харцизян ждут на площадке перед городским дворцом культуры. Творческий коллектив ДК готовит семейную развлекательную программу, посвященную прощанию с главным новогодним символом – зеленой красавицей елкой. По уверению авторов, программа насыщена играми, песнями и танцами в исполнении творческих коллективов ДК. Детвору ждет встреча с Дедом Морозом и прочими сказочными героями, которые, по некоторым сведениям, намерены возвратить новогоднее дерево в лес, оставив его там до следующего года. Все мероприятие рассчитано на 1 час, за который харцизяне наверняка не успеют замерзнуть. Во всяком случае, организаторы шоу обещают согреть зрителей подвижными играми, танцами и хорошим настроением.